Всем зрителям нашего канала здравствуйте. Этот небольшой ролик создан по следам прошедшего 15 октября 5-го кубка клуба по ночной ловле поплавочной удочкой. Кубок состоялся на водоеме Монфорт в городе Маалот. Длительность турнира составила 12 часов. В нем приняли участие 15 спортсменов. Результаты турнира вы увидите в конце ролика. Могу только сказать, что Рома Палукшт, он же Парпарон, очень сильно всех удивил. Хочу поблагодарить судейскую бригаду в лице Ильи Лермана и Сереги Гусевича, передать огромную благодарность Майе, которая инициирует все поплавочные фидерные движухи в нашем клубе. Спасибо Оферу Акива за возможность проводить наше мероприятие на Монфорте. Огромное спасибо нашим спонсорам Игорю Сандлеру, компании Ника, и Саше Панхину, магазину компьютерной принадлежности Альпан. Спасибо также всем, кто принял участие в соревнованиях. Приятного просмотра. Thank you.
что-то есть, Гриш? Есть.